спать просто невозможно. В ночь с 4 на 5 декабря, часов в 2, начались шумные работы с этого дома. Это продолжалось всю ночь до утра. Утром целый день опять работы, и вечером часов, да, мне уже ночью часов, наверное, в 11-12, меня не успокаивались, я позвонил одному из собственников этого дома. Объяснил ситуацию, он сказал, что там его сестра что-то делает для фронта. Как бы мы поговорили, это может быть и для фронта, но как-то ночь это неправильно. Никто, конечно, не прекратил, никто не успокоился. Утром приехал участковый. Был разговор у них. Работник, сославшись, что он работает по распоряжению администрации. Документы все есть. Все есть для того, чтобы проводились работы в ночное время. Как бы все хорошо. Участковый попросил пригласить человека с администрации, кто дал разрешение на это. Он приехал, представился Александром. Документы не показал. Ни свои документы, ни документы разрешения на работы в ночное время. Собственница, понимая, что, видимо, нет документов и ничего нет, говорит, давайте нас оштрафуйте и дальше работаем.